Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Всем привет, друзья! С вами снова я, Зервет. И спустя 2 месяца нам наконец-то завезли адекватное обновление. И, как вы уже поняли по названию видео и по началке этого видоса, это... Спринг Бонни. Да, вот вообще неожиданно, нежданно-негаданно должен был выйти... Blast from the Past. Но тут резко выходит вот это вот чудище. Его механика заключается в том, что это Lefty плюс Мангл или Баорок, как хотите называйте. Суть в том, что вы без шокера, без фонарика, со шкалой Спрингтрапа должны искать детали. Но... вы должны одновременно следить за помехами, в которых Спринг Бонни будет прятаться. Он может вас захайварить либо белыми, либо красными глазами. И будет это делать он как Спринг Трап, что называется Хайвайр Чейн. Он может сделать это от 3 до 4 раз стабильно. Поэтому этот персонаж почти что непредсказуем. Ну и немножечко сложный. Тайминги у него большие, и что радует, если вы будете часто ему сливаться, вам не будут орать в лицо. У вас просто сожмется маска. Вот меня это радует, то есть если даже я и умру, то я не испугаюсь огромного кричащего скримера, а просто умру от маски. Круто. Спринглок фейлер. Да. У меня на нем осталось 2 приманки, я сегодня уже попробовал против него поиграть. И могу сказать, аниматроник, ну... сложности средней. Вот он. Вот он так, красавец, надо тебя починить. ЦП я еще не выбил, я выбил только костюм. Давайте посмотрим, вот иконка, кстати, на воркшоп. Но анимация у него супер плавная просто, мне так нравится. Ну, не супер плавная, а супер красивая, очень прям. Поэтому разработчики над ним прям постарались. О. Стоит он у вас для Golden Freddy. Так, а, блин. Это же не мой основной аккаунт, как раньше. Тут у меня нету приманок. Ой, приманок, тут у меня нету фотобудки. Стоит ее как-нибудь купить. Что ж, давайте попробуем его поймать, наверное. Уже что-то долго я тяну уже. Ну, надеюсь на лучшее, ведь записью у меня, как вы знаете, не всегда получается хорошо ловить аниматроников. Вот такой красавец. О, какой же он красивый. Ладно, давайте уже начнем. О, так, я понял. Ладно, ну, с кем не бывает, это просто баг, надеюсь. Попробуем еще раз. Я просто ливнул, поэтому он остается на карте. Все. Так, сейчас на меня наденут маску. Давай. Где маска? Вот она. Где? Белая.
Красные. Красные. Уже три детали. Тихонько. Красные. Ой. Повезло. Шикарно. Фух. Это страшно. Я боюсь больше всего хайвайры. Давай, цепешку. Уортон поинты, и все. Больше ничего, только уортон поинты. Их, кстати, вернули, да. Вот, как видите. Их вернули. Так, у меня что-то игра начинает подлагивать, поэтому я думаю, что поймаем-ка мы его сейчас один разок без записи, а то я боюсь с лагами против него играть. Поэтому сейчас мы его быстренько, надеюсь, поймаем. Нам еще очень повезло, что мы очень быстро собрали детали. Давайте. Ну, что же, получилось поймать еще одного. Пожалуйста, ЦПшечку на видос. И ничего. Все, у меня кончились приманки. Может быть, мне кто-то его отправил. Так, доксанды вот это надо убирать. Да. Так, где еще доксанды? Тоже уберем. И вряд ли мне его кто-то уже отправлял, потому что я еще ни у кого не просил. Нет, все, не отправили. Найдите. Вот это, кстати, надо убить. И как бы, да, все. У меня не осталось никаких больше на карте аниматроников. Ну, просто вот. Но жалко, блин, конечно, за три попытки мне вообще ничего с него не выпало. А хотелось бы, конечно, 41 фазмонета. Но покупать я не буду приманки. Я, хоть у меня и дохренища денег, я не стану этого делать. Кстати, иконки добавили новые. Вот, иконочка вот такая есть. Она моргает. Да. Я верну Уортона. И вот такие еще есть. С Биг Пэтом Биг Бинс. Пуфер Голден Фиш. И вот это Джеймс энд Геймс Сан. Да, вот. Так, что еще? Оформление магазина я показывал в телеграм-канале, поэтому не забывайте, друзья, подписываться на телеграм-канал. Там свежие новости всегда. Ну, а с вами был Зермет. Всем спасибо за просмотр. Позже, наверное, буду пытаться выбивать это ЦП. Всем удачи и всем пока-пока.